Друзья, всем привет из Алании. Это у меня одеколон попал. Краска все разного. 812 лир. Там было на самом деле 780. Это чек, счет за свет за февраль месяц. Там было 780 или 790. 780, наверное. 789. И заплатил 812. Это комиссия за оплату иностранной карты. Такая вот комиссия. Процентов 5, наверное. Значит, пользовался. Показываю часто где-то. Ну, вы знаете, я думаю, где-то. Наверное, раз 12, как минимум, месяц. А то и больше. Нет, больше, наверное. Раз 15-17, скорее всего. Вот в такой вот печке, которую я сейчас покажу. Я готовил рыбу. Готовится на 20 минут. Напряжение. Эта печка, по-моему, 1200. Это моя турецкая печка. Дальше. Вот этот обогреватель у меня работал. Сейчас тоже я его покажу. Тоже, по-моему, 1200 он тянет. Он работал у меня по часов 10 в сутки, как минимум. Наверное, почти каждый день. Вот такой вот я таки беру, тут карбон, это угольная нить, там как-то кто разбирается в них, и тянет он 1200, цена 300 лир, в магазинах, в интернет-магазинах он даже, по-моему, стоит 370, вот моделька. То есть это не совсем инфракрасное, это с какой-то угольной там этим, в общем, он более безопасный, 3D там он написан, это такой вот он по размеру. Ну, мне его вполне хватит. В принципе, главное, что 1200, а не 2, не 2500, потому что я переживаю за свою проводку. Можете почитать модельку, найти. Это фирма 70 какого-то года работает. Хорошая фирма. Чисто турецкая, и на экспродаже делают. Плюс бочки, баки, которые на крыше горячую воду делают бесплатно. Там что-то поломалось в солнечных батареях, и каждый день душ с водонагревателем проточным. Тоже он тянет дофигища, я даже не знаю сколько. Ну, микроволновка, там пару минут в день, и электрическая печка обычная. Не плита, у меня нет плиты, обычная бомжовская печка электрическая. Там, когда суп сварить, картошку пожарить, это редко, буквально раза 2-3 в месяц. Ну, или тушить что-нибудь там из овощей. Ну, а так лампочки, экономки, телек я не смотрю, компьютер. Машинка стиральная сломана. Ну, холодильник, да, холодильник, конечно. Ну, в принципе, вроде все сказал. В прошлом месяце я точно не помню, то ли 730 было, но я оставлю ссылочку, вы сможете посмотреть, сколько было в прошлом месяце. В принципе, ожидал, что будет меньше, потому что, ну, кстати, у моих друзей, вот у кого я спрашивал, у них действительно меньше в этом месяце было, в феврале. У меня почему-то получилось, наоборот, больше. Может быть, из-за того, что реально этот водонагреватель, либо часто я рыбу покупал, готовил. Вот, готовил вам большое видео, хотел сделать о своих расходах, там даже записывал, что я ем, покупаю, но сейчас знаю, какая ситуация у многих людей, как бы рассказывать о том, что я ел, как-то не очень вообще хочется, потому что многим сейчас вообще есть ничего. Да, и мой канал тоже денег больше не приносит, что будет дальше, я не знаю. Вот такой вот счет, друзья. В общем, 800 лир, давайте скажем. 800 лир за февраль. Счет за свет. Цены вот там буквально 5-10 квитанций. Какие цены, сколько люди за свет платят? Сейчас мы с Мединым озвучим. 108 лир они платят. Получается 8 долларов. Мало как. Ну, я думаю, еще ниже. Там. А ну, называй все, что видишь. Да, вот 1500 лир. 1500. Ну, 100 долларов получается. 400 лир, 35 долларов. Ну это очень экономно. 400 лир, я не знаю. У меня 770. Ну, 40 долларов. У меня кто? Тоже недавно за сколько? Квартиру 2 плюс 1 за январь у меня вышло 1300, за февраль у меня вышло 700. Да? А у меня не получилось дешевле. А у меня не получилось дешевле. А почему, я не могу понять. Ну, примерно. Но здесь, смотрите, все по-разному. Вот многие люди, когда покупают новую квартиру, допустим, многие говорят, да, почему у него электричество больше, у меня меньше, например, или там наоборот, да. По факту, человек, когда покупает новую квартиру, ставит бэушные кондиционеры,
бэушный холодильник, бэушную стиралку. Все, они накручивают, естественно. Чем дороже ты стиралку купил, не обязательно дороже, но качество, чтобы соответствовало цене. То есть А плюс 3 можно вот такие. Да, вот, сейчас это очень важно. Да, такие вот кондиционеры, технику купил, и уже оно совершенно по-другому. Ты экономишь уже на другом. Угу. А тогда, когда ты покупаешь бэушную, купишь дешевле, а потом больше потратишь за... Накручивается. Да, так и есть.